Здравствуйте. Скажите, чем вы руководствуетесь, не пуская вот наблюдателя Юрия Ковшара? Я не хочу, чтобы вы меня на видео снимали. Объяснитесь, пожалуйста. Я не хочу, чтобы вы меня снимали на видео. Почему вы закрыли стекла? Почему процесс голосования? У нас же открытые гласные. При закрытых дверях и заклеенных окнах. Позвольте, выборы проходят открыто и гласно. Гласно? Дайте посмотреть, пожалуйста. Заходите сюда. Спасибо. Заходите. Вы кто у нас? Я Андрей Паук. Андрей Паук. Вы избиратель у нас, да? Да, вообще-то да. Видео нельзя снимать. Почему? Членов комиссии. Есть решение. Какое? Показывайте. Сейчас покажу. Показывайте, пожалуйста. Выключите, пожалуйста, видео. Не, ну показывайте. Выключите, пожалуйста. Выключите, пожалуйста, видео. Ваши требования незаконны. Фотосъемки, пожалуйста, вот у нас определено место. Давайте. Чем вы руководствуетесь? Пожалуйста, я вас провожу. Проводите. Членов комиссии нельзя снимать. Это пожалуйста. Кто сказал такое? Я вам покажу. Подойдите, пожалуйста. Давайте посмотрим. Присядьте. Место для фотосъемки. Так, а кто это определил? Присядьте, я вам все объясню. Выключите, пожалуйста. Я вам... Нет, я сейчас фиксирую правонарушение, поэтому я не могу. И не могу, и не хочу. Наблюдатели. Что скажете, нарушаю я что-нибудь? Я что-нибудь нарушаю? Вот меня Светлана снимает. Нельзя же снимать Светлану. Так как и вам. Что это такое? Трактуем, так как и вам нельзя. Трактуем законодательство как хотим. У вас же решение. Вы меня снимаете, я вот это снимаю. Вот. Я вам разрешаю себя снимать. Пожалуйста. Где вы стали, пожалуйста, наблюдатели, членов комиссии? Это вот место, сядьте, фотографируйте. Как вас зовут? Представьтесь. Я не обязана. Елена Владимировна, чем вы руководствуетесь? Показывайте. Что это такое? Участковая? Ну, дайте почитать. Что? Определить. На участке место для фотосъемки. Вот она определена. Так. Так это вы сами решили определить для себя? Так а на закон? Слушайте, так а в каком это законе сказано? Сошлитесь на норму, на правовую норму. Правовая норма есть, здесь закон. Вы же по закону живете и действуете. Вы, пожалуйста, не мешайте мне работать. Мне осталась минута до закрытия участка. Потом обед? Что? Потом обед? Потом обед. А как вы, вот, что с урной происходит в обед? Я ничего не должна вам объяснять. Так... Вы как не наблюдатель, вы просто избиратель. Вы на участке хотите, голосуйте. Вы хотите сделать пару снимков, делайте. Видео запрещено. Я вас предупреждаю, вы нарушаете наши права. Ну, какие права? Права, что членам комиссии на фото-видеоснимку запрещено. Ну, это же вы сами придумали. Я вам еще раз действующее говорю. Законодательство. Действующее законодательство... Вы всегда меня провоцируете, отвлекаете от моих действий. Мне ровно 14, я заклеиваю... Ну хорошо, заклеивайте. Пожалуйста, если вы пришли голосовать, голосуйте. Потому что потом мы вас просто удалим. Все, 14.00. Вы будете, Андрей Владимирович, кажется, да? Да, правильно. Голосовать. Вы будете голосовать? Нет, не буду. Сегодня пожалуйста, не основной день. Пожалуйста, уйдите. Пожалуйста, уйдите с участка. Место для фотосъемки вон. Пожалуйста. Пожалуйста. Я предупреждаю. Да. У меня вот... Снимайте, как он действует. Так а им же снимать почему можно? И можно. А почему? У нас тоже фотокамеры, видеокамеры. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Все закончено. Спасибо вам. До свидания. Все позаклеивали. Где у нас охранник? Все заклеили. А почему все заклеили, скажите? Нельзя видеть, что происходит с ящиком для досрочного голосования. Почему все заклеено? Просто, пожалуйста, обратитесь к руководству ДК. А вы чем занимаетесь здесь? Я занимаюсь исключительно охраной общественного порядка.
Вот на этой территории. Да, это избирательный участок номер 3, я занимаюсь охраной участка. Скажите, а справедливость вы утверждаете, можете утвердить? Вот сейчас... Я ничего не утверждаю за вопросы, которые вас интересуют по выборам по избирательному участку. Пожалуйста, обратитесь к председателю. Ну, вот сейчас председатель комиссии была не права, не смогла сослаться на нормы законодательства, своевольничала, вольно трактовала законодательство. Защитите меня от ее самовольства. В таком случае вы вправе пожаловаться в Центральную избирательную комиссию, если вы считаете, что она как-то нарушила ваши права, либо нормы права, которые утверждены законодательством. Так а вы чем занимаетесь? Я занимаюсь исключительно охраной правопорядка. Это когда как? Вот если кто-то будет буянить, вы задержите? Так точно. Но я же не буяню, да? Хочу, чтобы хочу понаблюдать открытое и гласное процесс голосования. Съемка в данной двери запрещена, потому почему? Что начинается граница избирательного участка. Мне нужно на что вы ссылаетесь? На что вы ссылаетесь, что запрещена съемка? Решение председателя комиссии. 65-я статья Конституции Республики Беларусь. Выборы проходят открыто и гласно. Закройте, пожалуйста. Закройте дверь, пожалуйста. Открыто и гласно. Несите, куда вы там ее несете. Закройте дверь. В темный чулан понесли. Отпечатали? Закройте дверь.